Всем привет, ребята, с вами я, Иванушка, и сегодня будем играть в Майнкрафт. Это вторая часть, один блок. И со мной сегодня Илья. Всем привет. Ну, и, как я сказал, это вторая часть. Итак, давай, убирай отсюда сундук. И, кстати, его мама теперь не спит, да, не спит? Да, не спит. А ее вообще сегодня она на работе. Понятно. Так, я не знаю, зачем мы вчера скрафтили две печки. Так, давай, добывай нам камень. Блин, овцы тут О, кролики! Кролики! Минус. Причем 4 штуки. Минус. Так, где печка? Ты чё печки туда где-то в попе поставил? Они нормально стоят. Они нормально стоят. А где уголь? Ты куда уголь? Какой уголь? Где уголь? Признавайся. Я еще летать сюда уголь. Куда ты уголь дел? У нас 1000 угля было. Отдал уголь. Какой 1000? У нас всего 2 было. У нас было 5 угля или сколько, я не знаю. Ну точно на усу. У нас его больше было. Чё ты несешь? Намного больше. Намного. Не нет, надо мне тут врать. Ты еще древесный уголь делал. Куда ты его делал? Вот именно. У тебя весь уголь должен быть. У меня нет угля, у меня только кремень. Вот, ты его потерял. Слышь, я потерял, я его не терял. Ладно, тогда давай сейчас крафтим печь. Тогда сейчас это переплавим. Сделаем древесный уголь. У меня дерева нет. А у меня есть. А, не, есть. Березка. А наоборот надо. Да я понял. О, еще одно дерево. Да ё-моё, в прошлой серии у нас не было никакого дерева. Да, видишь, сервер работал, пока нас не было. Угу. Может, расширим немножко? Да, у меня 640. Я и здесь и земли. То есть я не понимаю, что у нас так медленно все растет. Кстати, если у тебя есть гравий, отдавай его мне. На, у меня 3 кремня, чё тебе на 2 кремня? Так, каменистая земля. Сейчас будем ее переделывать в обычную землю. Да нафига? Ну, чтоб земли больше было. Сундук! О, ель! О, ель! Это, кстати, это мое любимое дерево. Давай посадим где-нибудь. Зомби! Вот конец видео, такой ништячок был вчера. Два зомби. 2 же 4. Кстати, а почему шапочка не выпадает? Наконец. Тебе шапка выпала? Нет, не выпала. А-а-а, я понял, о чем ты сейчас. Вот у меня было 11-10 земли, а сейчас 16. Угу. От этого весь гравий давай мне. Я его переделаю. Да у меня уже нет. Блин. Сейчас надо будет сейчас все выложить. То, что мне не нужно. О, кстати, ты же железо переплавлял. Да. Вот можно и деревянную кирку переплавить. Вот так. Так. В принципе, все, что мне не нужно, я выложил. Еловый саженец я куда-нибудь вот сюда положу. Посажу, точнее. Да. Так, куда, в какую сторону будем расширяться? Может, не в эту, знаю. А тут вот это. Какая-то странная штука. Ой, а каким образом? А чё я не могу ставить? Севечки? Подожди. Я ставлю, оно не ставится. Ставишь. Ты семечки ставишь. Это семечки. Я ставлю землю, она пропадает. У тебя семечки, потому что в руках. А, стоп. Что это? Это что за баг? И что это баг, сейчас это было? Да я такой беру землю, а не семечки. У меня была земля, а не семечки. Ты чё? Те, кто посмотрит до этого момента, мне все в комментах точно докажут, что это была земля. Сам потом, когда я выложу этот ролик, да посмотришь. А у меня это выглядело, как ты семечки ставишь.
Я не знаю, как это было выглядело. Ты как дебил просто ставишь все нитки. Ну то смотри, какой у нас теперь загон большой. Очень большой. Ну не тот, который был в один блок, знаешь. Курица, Ашот, иди сюда. Ашот! Илья, иди сюда, тут блок. Тут курица в блоке. Ну пофиг будет жить. Курица, вот ты что сделал? Блоки. Ты убил курицу, живодер. Я не убил курицу, она так живет. А что ты в прошлый раз умирал? Я не умирал, я просто чуть-чуть... Чё? Чё, железо? Нет, уголь. Ну это и тоже хорошо. Очень классный. Убиваем? Ау, обидно. Нет, это будет Жора. Ладно, Жора, жопа. Если он на нас накинется, я его убью. Да ты чё, ты чё на меня быкуешь, что ли? О, гравий повезло, повезло. Два кремния из двух. Нифига себе. Да, и весь этот кремень забираем его нафиг. Забирай. Не... Спасибо. Так, у нас смысл три. Чё, я уголь забирал, кстати, тогда. А, на, кстати, своё железо. Да блин! Я хотел... Мне нужно домик строить. Дай мне одно железо, я железную кирку скрафчу. В принципе... Блин, что я сделал? Я опять делаю свою ошибку. Так. Уже первая железная кирка. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Еще железо. Еще сундук. Уголь и коричневый гриб. Мы сможем сделать что-то. Я не знаю, что. А где моя еда бесконечная? Вот она. Короче, вот эти коровы, они офигенные. Я знаю. О, Жора докинулся! Жора, зверь! Атакуем Жору. Иди нафиг, Жора. Я не думаю, что Жора такой злой. Нет, Жору убили. Убили. Вот знаешь, я, наверное, пока от тебя отойду, просто у меня мало и хп, если меня кто-нибудь тут заспамит, он меня убьет. У меня, кстати... Главное, чтобы крип не спамил. Ну, кстати, было почему-то куча яблок у меня, Я говорю, главное, чтобы только крипер не спамился. Короче, надо сейчас сделать нам защиту. У нас есть вода? Да. Вот. Забери ее. А, я ее сам заберу. Нам, короче, да он мой загон разрушил, говнюк. Да курица, ты что, тупая? Курица, ты сумасшедшая. Самоубийца. А ты умрёшь. Короче, нам надо будет еще одно ведро воды. Ой. На моих глазах сейчас а это. А где моя березка? Где моя березка? Она у тебя в жопе. Так, мне сейчас пригодится дуб. Все, хватит, надеюсь, угля нам. Все, нам хватит угля, отстань. Фух, а теперь? Короче, пока что не копай блоки, я сейчас хочу сделать нам одну защиту. Сделай свою защиту. Дай мне уголь. У меня, ну ладно. Весь уголь забрал. А, точно, я забыл. То есть, когда ты кидаешь, у он меня сегодня... уже... Вот сюда у меня, кидает. Знаешь, уже 8 яиц. Вот так. Кину все яйца сюда. Смотри, если тебе выпадет цыпленок, то у меня будет 25 подписчиков. Выпал цыпленок. У меня будет 25 подписчиков. Даже 2. Угу. Значит, 3. 2. Нет, курицы не смеет. О, это вообще смеет. Чё? Кстати, у тебя, как я понимаю, семечки, да? У меня, не знаю, есть семечки, нет. Ну, если ты их в руке держал, значит, есть. Я их положил потом в сундук. Короче, надо пшеницу будет сделать. Я не понял, а где... Как же меня бесит баги Майнкрафт. А, все мобы же уходят. Готовься, надо их будет... Дай так семечки, да у тебя были семечки пшеницы, где они? А, у меня в инвентаре.
Иди сюда. Ну положи их в сундук, они мне нужны. На. Положил. Сейчас будет. Где мой дуб? А что у нас так? Где мой дуб? Да я-то откуда знаю, где твой дуб? Ты переплавил мой дуб. Ты вообще офигевший. Курица, иди, откуда у нас еще одного? А, я же тут разлил. Я случайно разлил. Давай быстрее, пока я люки не скрафтил. А, стоп, у нас же дерева нет. Как повезло, знаешь? Я типа падаю, и тут вода, я прям к воде. Просто у меня тут ресурсы, я не могу. Да блин! Я задолбался к этим животным. А меня бесит то, что... у меня нет люков. У тебя есть дерево? У тебя есть дерево? Дай дерево. Дерево. Дубовый досок. А они где-то вот там внутри. Дай 8 дубовых досок, пожалуйста. Ну, они у тебя. А. Ладно. Как обычно я. Курица, не можешь за мной пойти. Туплю. Ну, можно сказать, знаешь, последний блок, и наша защита готова. Все, наша защита готова. С двумя блоками. Смотрите, демонстрирую защиту. Когда мы копаем, крипер может выпасть и взорваться в воде. Как мы знаем, в воде, когда взрывается, ничего не подрывается. Я пошел копать. Ну, копай, вот так вот, вот копаешь, и тебе все дают, понимаешь? Да я понимаю. А, еще можно наверху люк сделать такой. Лечь, и все. Ладно, ты пока копай, пока что-то не выпадет, я пока... Если что-то выпадет, короче, я включу запись. Не, ну я с тобой Дима, согласен, да. Говно только падает. Вот это да! Ну лучше я же закрою. Да, я сделал одну вещь, друг. Ты... Зачем ты это сделал? Вот зачем ты это сделал? Поставь на место. Дай мне... Забери воду ненадолго. Я сейчас одну вещь. Давай поставь. Дай мне люк. Дай мне люк. Да я вещь хочу одну сделать. Быстро поставь. Забери воду. Собрал. Сейчас улетишь куда-нибудь. Что ты делаешь? Ты делаешь... Что ты делаешь? Все, можешь разливать. Нет, пусть так. Вот так будет. Ну ладно. Сейчас, подожди. Разливать. Сейчас посмотрим, будет ли она течь. Да, не будет. Ну все. Наша защита готова. А рассвет скоро будет. Как я вижу, тут немножко меняется. Опять гриб... У нас корова забрала воду. Ты корова тупая! И блок забрала. Тварь! Давай воду... Давай, ты же, у тебя запись не идет? Идет. Короче, а тогда давайте сделаем так. Тогда мы будем без воды, но мы сделаем так, чтобы никакие криперы и никто-то там другой не ушел. Вот так вот, в принципе, нормально. Вот, вот так вот. Идите вот вы нафиг. Вот так вот просто взять. Все равно же они не заберутся. Мне жалко, знаешь, корова. Вот грибну мне не. Да, наконец-то. Да иди ты нафиг. Ты кого? Да я корова. О, сундук. Перо, красный гриб и ель. Да, есть. Мешайте, бегайте по моему. Когда что-то будет, я включу запись. Какой я раз это же говорю. Зомби! Они выбрались! Короче, надо все время закрывать люки. Знаешь, ты тут пока будь. Ты вонючка! Помогите! Ты дебил! У меня одно сердце. Короче, когда кто-то выпадает, надо быстро закрывать люки. Вот и все. Потому что они быстро выберутся. Вот поэтому я говорю то, что нужна вода. И они не выберутся. А из-за этой тупой коровы просрали. А, не, подожди, а можно все намного легче сделать. Можно просто поставить блок. Еще один блок сейчас поставлю. И все. И дальше никто не выберется. Все. Защита готова. А, кстати, у меня же дерево есть. Вот, а у меня 36 земли. Понятно. Ну, в принципе, мы чуть опять не сдохнем. Куда мы расширяемся? Вот туда или куда? Да хоть куда. Такой раз говорю, что я сказал? Такой раз говорю, когда что-то появится, я включу.
А что им... А, блин. У меня такой вопрос. А где вторая овца? Я не знаю. Сбежала. Её нет. Сбежала. У нас больше... Курица... Ой, то есть корова, блин. Из-за коровы мы все просрали. Но главное то, что у нас защита готова. У нас столько железа. А, крипер, стой, стой, крипер! Не взорвись, да какого? Как он сам взорвался? А теперь... Лань. А выполнил ты зачем? Это я случайно. И сегодня мой друг будет постоянно падать. Ну, мой друг постоянно падает. Я думаю, защиту надо по-другому совсем сделать. Просто я не понимаю, как это работает. Ну, а может быть, нам надо... По-моему, надо вот это все переместить, потому что мне очень страшно. Страшно? Да. Значит, давай... Так. Мы не будем делать, как Ашот 4 верстака. Для начала мне нужен камень. Есть камень? Зачем ты его переплавляешь в кирпич? Нам камень вообще-то нужен. Не нужен нам камень. Нужен. Мне нужен кирпич для дома. А мне нужен камень. Так живи со своим камнем. Хоть поцелуйтесь с камнем. Я такого не делаю. У нас еще какой-то тупой сундук стоит, я не знаю, зачем. Я не знаю, зачем ты его сюда поставил. Да ты его сюда поставил. Я его сюда не ставил. Ролик, ты смотри, ты его сюда поставил. Я сюда его а еще как ты мне писал поставь факел. Да, но ты его просрал. Нет, он у меня всегда был в инвентаре. Ну ты, блин. Моя пшеница теперь не растет, из-за тебя все пропало. Ну все растет, почти арбуз вырос. Почти не считается. А ты со своим боссом. Хватит. Я куфа. Как теперь тут много места, когда я переместил все. Ему ее верстак поставь где-нибудь, чтобы нормально можно было. А это что? Так, я сейчас подожди. Еще раз, я посмотри. О, арбуз. Арбуз вырос. Блин, я чуть не упал. Надо сейчас дырку застроить. Да блин, зачем ты сюда все ресурсы перенес? Может быть, это счастливое... Потому что крипер взорваться может. Логично. А, может быть, это счастливое железо? Ашот?